Больше 100 участников, начинающих и уже опытных бизнесменов края, собрались сегодня в парламентском центре. В Барнауле стартовал первый форум молодых предпринимателей Алтая. Как развивают бизнес в крае, с какими сталкиваются проблемами и как их решают, об этом сегодня рассказали молодые успешные предприниматели. А дальше дискуссии. Обсуждали вопросы налогообложения, кредитной политики, господдержки бизнесменов. Особое внимание плюсам патентной системы в развитии своего дела. Ее утвердили в прошлом году. Стоимость патента размещается в пределах 1000 рублей. Если человек работает репетиторством, он платит 350 рублей и работает спокойно весь месяц. То есть он работает честно, не скрывая доходы, платит налоги, не боится никаких карающих организаций. Но это же замечательно. Завтра участников форума ждет серия семинаров и лекций, где ведущие бизнес-тренеры и предприниматели края дадут начинающим предпринимателям полезные рекомендации. И если вот союз молодежи, опытных наставников, органов власти будет работать в одном механизме, это принесет свои плоды. И наш форум направлен именно на это. Я думаю, что данная площадка станет у нас традиционной, мы будем ее продолжать и развивать в дальнейшем.